Я рад новой встрече с вами. Сегодня я буду говорить на тему, кто держит наше будущее в своих руках. Среди христиан существует такое мнение, что наше будущее ускользнуло у нас из рук. Я лично не считаю, что это правда. И вообще это противоречит Библии. В Слове Божьем сказано, что мы должны быть светом миру. Не наши обстоятельства определяют наши возможности, а присутствие всемогущего Бога в нашей жизни. Мы творим свое будущее. И если мы найдем свое место в жизни, мы не только обеспечим будущее для себя и семьи, но и сделаем этот мир лучшим. А вот что может делать вера. Это не означает, что порой мы не будем сталкиваться с трудностями, но мы не жертвы обстоятельств. Нам не стоит отчаиваться. Мы всегда можем иметь радость в Господе. Откройте Библию, откройте сердце и послушайте, чего ждет от нас Господь. Я хочу сегодня показать вам две вещи, которые могут радикально улучшить наше будущее. Во-первых, нам нужно убедить как можно больше людей, что Иисус — Господь и Царь. Убедите в этом как можно больше людей. Но это сегодня не модно. Я знаю, но это ничего не меняет. Все равно убеждайте людей. И начните с тех, кто раньше был в церкви, но из-за тревожности в мире, из-за вирусов, отступил. Но что, если я приглашу их, а они скажут, «Мы не придем». Ну и что? Продолжайте приглашать людей. Подстройте под них свой график, пригласите их на обед после служения. Ну и что, что это выглядит как взятка? Для такого сложного времени нет лучшего решения, чем пригласить как можно большее количество людей войти под покров Божий. Едва ли что-то может ободрить людей больше, чем энтузиазм, который демонстрируют те, кто называет себя последователями Христа. Второе, что мы можем сделать, чтобы улучшить наше будущее, это укрепить ядерную семью. Я объясню. Говоря «ядерное», я не имею в виду ядерные бомбы. Я знаю, что этот термин устарел. Ядерная семья означает крепкая семья. Мужчина, женщина и их биологические дети. Это хорошая идея. Для нашего будущего крайне необходимо, чтобы наша семья стала еще крепче, и на эту цель надо работать. В первой главе книги «Бытия» в самом начале Библии сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею». Бог благословил мужчину и женщину и благословил их. Он был доволен своим творением. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем творением». Интересно, что Бог доверил власть человеку и велел им владычествовать творением на земле, именно в контексте семьи. Бог сотворил мужчину и женщину и наделил их властью. Божья власть на земле выражается через наши семьи. Вторая глава Бытия, 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Опять-таки, это была идея Бога. Самые важные идеи нашего бытия можно найти как раз в книге под названием «Бытие». Все остальное — это фон, на котором Бог творит историю. Но самые главные идеи заложены в книге «Бытия». В основе лежит то, что Бог сотворил небо и землю, Он имеет абсолютную власть надо всем, поэтому имеет смысл вся остальная книга. В первой главе Бытия говорится, что Бог создал человека по своему образу, а во второй, что Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы вместе они могли воплощать Божью цель. Он наделил их властью. Поэтому, несомненно, брак между мужчиной и женщиной — это самые благоприятные обстоятельства для здоровья и процветания человека. Это была идея Бога, а не пасторов. И в этом вся разница. Идея Бога — это рекомендуемые советы эксплуатации от производителя.
Разве обязательно использовать рекомендации производителя? Нет, но результаты точно будут лучше. Вы можете купить новую красивую Феррари, загрузить ее под завязку прекрасной почвой из Теннесси и рассадить внутри помидорчики. Но едва ли это будет лучший способ применения Феррари. И уверяю вас, конструкторы завода Феррари не для этого творили такое авто. Когда мы говорим о термине «ядерная семья», забудьте о боли в нашей жизни. Я к этому еще приду. Дело не в вине и не в стыде, но в том, чтобы как семья воплощать цели от генерального конструктора Вселенной. Лучшего плана не найти. Нет более просвещенного пути, по которому люди могли бы жить вместе. Сам Творец дал нам этот путь. Но наша реальность сейчас выглядит иначе. Мы видим беспрецедентную атаку на библейское понимание брака и семьи. Я думаю, что в какой-то степени намеренно производится попытка отвлечь нас другими вещами. То, что происходит с понятием семьи и брака в нашей стране и в мире, куда важнее, чем проблема того самого ковида. Из-за угрозы вируса мы полностью изменили свой уклад жизни. Я отказываюсь верить, что церковь больше боится вируса, пришедшего из китайского города Ухань, чем она боится Бога. Из-за угрозы вируса мы изменили очень многое в жизни. Изменили способ общения с людьми, то, как мы делаем покупки, как едим и куда ездим. А ведь наша преданность Господу куда важнее, чем наш страх перед вирусом. Если бы мы в полноте понимали, к чему призывает нас Бог, мы бы полностью посвятили себя послушанию Ему. С благодарностью. И сегодня статистику могут использовать в каких угодно случаях. Мы видим это каждый день. Но в 1970 году в США родились 3 миллиона 700 тысяч детей. И 400 тысяч из них родились вне брака. Через 20 лет, в 1990 году, из 4 миллионов рожденных детей, 1 миллион 200 тысяч родились вне брака. То есть 28% детей родились не в полной семье. В 2020 году их количество выросло до 40%. Я говорю сейчас о нашей стране. Данные статистики четко указывают на то, что многие из этих детей будут расти в бедности. То, что они родились в неполной семье, является предпосылкой этого. Полная семья — это признак здоровой нации. Но сегодня не модно говорить о христианских ценностях, и поэтому мы молчим и смиряемся с тем, что нам навязывают новые ценности брака. Мы просто пожимаем плечами или тихо вздыхаем, словно не знаем, чего хочет Бог. А Бог желает, чтобы мы отстаивали вечные и семейные ценности, и так мы победим. Друзья, от нас, как от церкви, зависит многое. Мы должны твердо стоять за истину. Мы должны проповедовать Библию без стеснения, без стыда и ни перед кем не извиняясь. Мы должны четко решить для себя, мы верим в то, что Бог говорит в Своем Слове или нет. Мы должны решить, Слово Божие — это непоколебимая истина, или это просто предложение, а человек уже сам решает, что для него лучше. Не думаю, что мы хотим однажды сказать Богу, «Я решил, что мне лучше знать, как мне жить». В мире происходит постепенная деградация семейных ценностей. Некоторые шаги предприняты недавно. Так, несколько десятков лет назад в Америке произошла сексуальная революция. Они поставили акцент на том, что секс — это удовольствие, упразднив ответственность, которую несет за собой размножение. Говоря о сексе, мы редко упоминаем ответственность.
В основном все говорят об удовольствии. Поиск удовольствия, личное удовлетворение. Но секс включает и ответственность. И также мы видим, что сегодня дают новое определение понятию «воспитание». Воспитание детей систематично отдаляется от жизни веры. Все извратилось так, что главное теперь — это личные достижения детей. Как будто мы соревнуемся, воспитывая детей. Этому способствуют соцсети. Одна семья выставила фотографии с отдыха, а другие в ответ выставляют свои фото. Что ж, посмотрим, у кого был отпуск лучше, и затем они набирают лайки. Зачем вообще постоянно соперничать? Воспитание детей — это ответственность. Ставьте цели выше, чем просто выставлять себя на показ. У нас не так много времени с нашими детьми. Нам некогда ставить опыты методов воспитания. Да, в них ваша ДНК, но они не ваша собственность. И Бог спросит у вас за них. Гораздо большую роль в этом сыграет их вера и то, что вы вложили в их сердца, а не внешние моменты. Итак, сексуальная революция — обесценивание понятия воспитания. И также мы превратили аборт в обычную услугу для нашего удобства. С тех пор, как был принят закон об абортах, в нашей стране убито 60 миллионов нерожденных детей. Все ради нашего удобства. Это атака на понятие «семья». В итоге разрушительная сила вины и стыда. Мы застыли и не можем ответить на это. А это ведь касается всего общества. Может, вы сами этого не делали, но и не возвышали против этого голос. И потом мы дали новое определение понятию «брак». Это произошло несколько лет назад. Все началось с верхов, с высших эшелонов власти в нашей стране. Они решили, что пора переделать понятие «брак». Я не думаю, что Бог изменил свое мнение, но в нашем обществе брак больше не считается заветом между мужчиной и женщиной. Теперь любой человек может определять брак так, как ему хочется. Хочешь — вообще можешь жениться на дереве, просто вставь в формулу брака компоненты, которые нравятся тебе. Несколько лет назад я проводил встречу с одной семейной парой. У них были проблемы в семье, и они заявили, что у них разное мировоззрение. Я сказал им: если вы не включаете в понятие «брак» завет перед Богом между мужчиной и женщиной, то можно извратить любые отношения. Но Бог не передумал. Как следствие, гомосексуализм стал в нашем обществе нормой. Сейчас на повестке дня новый вопрос — трансгендеры. Нас столько лет призывали прислушиваться к тому, что говорит наука. Ну что ж, давайте посмотрим, что говорит наука о вопросе трансгендеров. Я в этом смысле. Я вырос на ферме. Абсолютно все особи для секса ищут себе особь противоположного пола. Сейчас гендер — это популярное слово. И это понятно, ведь мы живем в мире, где стремительно перекраиваются ценности. Но изначально слово «гендер» было грамматическим термином для определения рода существительного. Но сейчас нам говорят, что многие люди путаются в том, какому полу они принадлежат, и что якобы это стало эпидемией. Бог есть Бог устройства, а не путаницы. Тут не о чем гордиться. С путаницей нужно разбираться, а не поднимать ее на знание. В наше время поднимаются вопросы о том, чтобы разрешить детям до пубертатного периода самим определять, стоит ли им сменить пол. И это нонсенс. Церковь должна возвышать голос против этого. Спортсмены-трансгендеры? Вам тоже кажется, что у них будут преимущества в соревновании? Но предпринимаются серьезные шаги, чтобы упразднить понятие «семья», как мы его знаем, как ее задумал Бог. Однако мы в большинстве случаев молчим. Нам разрешили отстаивать права женщины, теперь якобы мы им должны, и поэтому мы молчим.
Потом они придумают еще одно очередное извращение, и мы снова будем молча все принимать. Дело не во власти и не в возможностях, но в том, какие стандарты установил Бог, и что Он говорит об этом. Мы Его народ. Так что же мы можем сделать? Если наши действия творят наше будущее, тогда что мы можем сделать? Мы не бессильны. Начнем с того, что мы знаем. Вот уже несколько месяцев мы с вами изучаем три слова: покаяться, отречься и отпустить. Покаяние — это когда мы признаем, что шли в неправильном направлении, и наши дела были злыми. Поэтому теперь мы выбираем правильное направление. Мы отрекаемся от неправильного влияния на наше мышление, от духовной двери, которую мы сами открыли через непослушание или через грех. Какими бы безнравственными ни были наши решения, крови Иисуса достаточно, чтобы нас омыть. Отпустить означает перестать держать обиду, перестать быть враждебным. Так в чем же нам нужно покаяться как церкви? Не нужно делать вид, что мы не понимаем. Нам нужно покаяться в сексуальной безнравственности, как обществу в целом, так и церкви. Это и блуд, и секс до брака, это и прелюбодеяние, и неверность в браке, гомосексуальность, аборты. Также нужно раскаяться в том, что родители бросают своих детей за то, что мы поверхностно относимся к институту брака. Наше общество, правда, виновно во всем этом. И мы не просто тыкаем пальцем, обвиняя всех вокруг. Мы вместе с Богом должны разобраться со своей жизнью, пребываем ли мы в истине. Надежда христианина в силе креста. Иисус заплатил цену за все грехи в нашей жизни. Нам не стоит их отрицать, оправдывать или прятать их. Да, мы были нечисты, но мы выбрали иной путь. И мы можем приходить ко кресту Иисуса Христа и через покаяние, через отречение от такого поведения, через то, что мы прощаем и отпускаем все обиды, быть омыты и оправданы, словно мы и не грешили вовсе. Мы можем быть освящены и отделены для святых Божьих целей. И у нас теперь новый путь. Попросите Духа Святого напомнить вам все, что вы делали, всякую мысль или слово, всякое молчание, когда нужно было возвышать голос за правду. Попросите Его напомнить вам, чтобы вы могли в этом покаяться. Нам вовсе не обязательно носить бремя вины и стыда. Мы можем быть свободны от них. И второе, что мы должны делать, мы должны учить своих детей. Мы должны наставить их в истине, а не бросить на амбразуру культуры. Мы не можем поручить это учителям в школе, в университете или позволить соцсетям формировать их ценности. Мы должны вкладывать в них свое время, вкладывать в них правильные ценности. Мы должны обучать наших детей истине Божией. Если ваши дети уже выросли, все равно вы должны понимать, что защищать детей — это наше призвание от Бога. То, как мы относимся к детям, лучше наших слов показывает, чем наполнены наши сердца. Мы должны защищать детей даже в христианских школах. И церковь, и христианские школы капитулировали перед культурой. Мы должны возвышать свой голос. И третье, что мы можем делать, это не поддерживать политиков и лидеров, которые не принимают библейское определение секса и брака. Не заигрывайте с ними, не позволяйте им предлагать нам новые приоритеты. Чистота брака — это первый приоритет. Все остальное уже истекает из этого. Крах понятия семьи не излечить никакой суммой денег. Все начинается с Божьей идеи о семье. Четвертый пункт более личный. Мы должны примирить разницу между нашими стандартами и нашей сломленностью. Я объясню. Если вы сломлены, это не означает, что вы можете жить плотской жизнью. Послушайте, заигрывание с грехом погубит вас.
Думаете, вы сможете это контролировать? Не сможете. Я молился с десятками людей, чья жизнь была разрушена из-за их нечестия. И никто из них не сказал: «Я знал, что так будет». Все говорили: «Я думал, что смогу держать себя в руках, что у меня все под контролем». Все дело в том, что нам дан высокий стандарт — Божья святость. Бог свят, и Он сказал: «Без святости никто не увидит Меня». Святость обязательна. Поэтому было необходимо, чтобы Иисус пришел во плоти, поэтому так важен крест. Сами мы не можем себя спасти. Иисус вознес на крест проклятие нашего греха, чтобы мы имели все преимущества Его совершенной святости. Мы принимаем святость верой, а то, как мы живем, показывает, насколько мы ценим жертву Христа. Итак, стандарт — Божья святость, а наша реальность несколько ниже. В наших сломленных жизнях, в наших грехах и их последствиях, или в ловушках, которые нас ловят лукавые. И поскольку мы понимаем всю реальность, насколько мы сами по себе далеки от святости, насколько мы сломлены и безнравственны, мы понимаем, что, безусловно, наше поведение в прошлом было недостойным. И поэтому мы делаем вывод, что мы не имеем права кому-то что-то предъявлять. Но если мы не будем придерживаться высшего стандарта, Божьей святости, мы скатимся в самую бездну. Я знаю, низкие стандарты нынче в моде, и это так. Если не срабатывает система образования, мы просто переделываем систему оценивания. Если мы убиваем себя с помощью вилки, мы даем обжорству новое определение. Но церковь не может просто придумывать новые определения. Мы должны быть солью и светом. Божьи стандарты не изменились, и мы обязаны говорить о них миру не потому, что мы достигли совершенства, а потому, что мы достигаем вместе с Ним, с Господом. Мы сильны в Господе. В конце программы мы обязательно совершаем молитву. Итак, вопрос в том, кто творит наше будущее. Конечно, Бог. Не дьявол творит наше будущее. Не бойтесь его. Стойте в имени Иисуса. Будьте светом и солью этому миру. Это время не страшное, а захватывающее. Отец, напитай нас Духом Своим, своей отвагой, уверенностью и дерзновением, чтобы мы исполнили свое предназначение. Я прошу, чтобы мы ощущали Твое присутствие рядом и не имели страха ни перед какой проблемой. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте.
вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего. Мы живем в беспрецедентное время нестабильности. Такого не было еще недавно. Но я верю, что народу Божьему не время бояться. Нам пора проявлять отвагу. Мы сделали сборник молитв. Мы пользуемся ими в нашей церкви. В них мы полагаемся на крест и на то, что он приносит в нашу жизнь. Мы не можем полагаться на политиков. Наше основание в кресте Иисуса Христа. Крест — это не только наша путевка на небеса, чтобы не оказаться в аду. Писание говорит, что через крест нам даровано все для жизни и благочестия. Эти молитвы помогут нам преодолеть страхи и тревоги. Мы не одни в этом мире. Через крест своего Сына Иисуса Бог сделал все, чтобы о нас позаботиться. Возьмите эти молитвы на вооружение. Молитесь ими каждый день. Через них Бог укрепит вас, вашу семью, ваших друзей, и вы почувствуете разницу. Мы вышлем вам сборник молитв в качестве благодарности за ваше пожертвование от $40 и выше. Используйте эти молитвы, и вы увидите, как сила Божья изменит вашу жизнь. Книга пастора Алена «Через крест» даст вам хороший старт. В книге вы найдете молитвы на 28 дней. Каждая из них основана на обетованиях, которые принадлежат нам через крест Христа. Эти молитвы укрепят вашу веру в этом меняющемся мире. А также мы вышлем вам в подарок брелок на ключи в виде креста из нержавеющей стали. Он послужит вам ежедневным напоминанием о силе креста. Сделайте заказ через сайт или по телефону, который вы видите на экране. Спасибо вам, что поддерживаете служение пастора Алена Джексона. Мы изменяем этот мир вместе. Многие наши зрители приезжали в Теннесси, чтобы лично посетить служение с пастором Алленом. Мы были рады встретиться с вами, услышать ваши истории и вместе поклониться Господу. Если вы собираетесь приехать в церковь World Outreach, мы сделали все, чтобы вам было легко запланировать визит. Заходите на страницу «Посетить» на нашем сайте. Там вы найдете информацию об аэропорте, отелях, времени служений и других вещах. Когда приедете, сообщите нам, какое служение вы планируете посетить, чтобы пастор Аллен поприветствовал вас. Кроме того, так вы точно будете знать, будет ли он на тех выходных, на которые вы собираетесь приехать. До и после служения вы можете посмотреть кампус, пройтись по книжному магазину и взять кофе, чтобы немного отдохнуть. Заходите на наш сайт, чтобы сообщить о своем приезде, и мы обязательно поговорим с вами. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Алена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.